сейчас, может быть, своеобразные в чем-то, может быть, какие-то ценности другие, но есть у всех и доброта, и милосердие. Вот все хают пфайзерскую вакцину. Ну вот я как специалист по доказательной медицине могу сказать, что данные, которые представлены по этой вакцине, они меня больше убеждают, чем, допустим, по другим вакцинам. Ребенок, который нормально относится к уничтожению животного, никогда нормальным человеком не будет. А ребенок, который переживает и увидел, когда на глазах убили, он получит на всю жизнь тяжелейшую психотравму. Каким должен быть настоящий врач, если будущее за современными медиками? И как изменить настроение общества к животным? О самом главном и актуальном на сегодня в интервью с доцентом кафедры семейной медицины, директором филиала Ассоциации семейных врачей Казахстана и председателя общества защиты животных «Комкор» Татьяной Острецовой.